да, тяжело, но ничего. Давай, давай, давай! Легион! Чемпион! Легион! Чемпион! 3 года подряд, понимаете это? Поймите, пожалуйста. Сидите. Тут написано, все. Я сегодня хотел, чтобы вот этот человек забил. Кто? Ну сколько можно? Он мне весь сезон передачи отдает. Пусть он сегодня забьет. Кто? Кто? Володя, иди сюда. Ты сегодня должен был забить. Он забил 2. Решающий гол. Весь сезон мне давал передачу. Теперь я решил ему финальный матч отдать. Спасибо, Вадик. Я думал, ты со мной хочешь сфоткаться хоть раз. Ну как сказать, всегда сложно. Самое главное, чтобы команда выигрывала и там уже. Ну, наверное, первый тайм. Тяжело дался, да. Команде очень тяжело дался первый тайм. И, ну, несмотря на то, что... Вот. Нашли силы во втором тайме, сообразили, где слабые места, нашли, нащупали, забили свои 2 гола и выиграли этот матч. Вот что я хочу сказать. Соперник достойный сегодня очень, был? Очень достойный соперник. Ну, видите, тут по стечению матча красная карточка, сломали им игру и, ну... Нам больше повезло. Люди тоже могли забивать, могли реализовывать момент. Но тем не менее, как считаешь, вот по стечению сезона все-таки Легион был сильнее? Я думаю, да, намного. Мы шли к этой победе. Для нас была принципиальная эта игра. После первого круга мы проиграли 3-2. И это такое дело, что мы старались, доказали, то, что получилось, то получилось. Спасибо. И сюда, на сход. Володя, какой это у тебя чемпион? Не считал? Сбился. Сбился? Да. Какой, сегодня как тяжело было очень, третий, да? Третий или четвертый? Ну, немножко. Немножко это как? Да. Вот так есть немножко, знаете, есть легко, а есть немножко. Соперник был очень серьезный сегодня, согласись? Нам нельзя было ошибаться, видите, нас ничья устраивала. Точку поставили, видите, во втором тайме переломили. Легион чемпион. Легион! 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 Спасибо, пацаны, молодцы. Володя, 2 мяча забил сегодня. Да. Чувствуешь себя каким-то героем там и так далее? Нет, конечно, это заслуга всей команды, то есть без команды не было бы этих мячей. То есть никаких индивидуальных как-то заслуг. Все командная игра у нас весь сезон, то есть сегодня мы показали, что мы настоящая команда. По делу сегодня выиграли, как считаешь? Все-таки 100%. Проигрывали по... Проигрывали, да, этот ненужный пенальти. Но второй тайм мы собрались, то есть и по игре было видно, что выиграли, я считаю, мы по игре. Тихо. Что не получилось, Сереж? Сереж, что не получилось? Я сейчас наговорю лишнего что-нибудь. Поздравляю. Она без него выиграет. Руку жми обязательно. Другой, лутой. Как если да, зубы дорогие. Ребят, ну очень красивый футбол. Вы достойны чемпионства 2-й год подряд. Я получил колоссальное удовольствие от этого чемпионата в целом. Надеюсь, вы также не разочаровались в нашей организации, в нашем чемпионате. Этот сезон был еще сильнее, чем предыдущий. Я уверен, что следующий сезон будет еще сильнее, если он... Когда он состоится?
От всей души благодарю всех причастных к организации этого чемпионата, к организации команд, ко всем болельщикам, которые присутствовали на всех матчах. Это достойно уважения. Ну и чемпионский, собственно, кубок под гимн Симферопольского района. Район, Симферополь, все упали квадрокоптер, наношу удар.